Всем привет! С вами снова Трибунал, и сегодня у нас было обновление, это 16 июля в Dragon Rage. Я постараюсь зацепить только самые основные нюансы, скажем так. Значит, первое, то что нам добавили наследников. Наследников можно в зародыше иметь только одного, и потом уже, когда будет, как бы он подрастет, то тогда уже можно будет добавлять еще. Значит, их можно взять либо самому за 450 камней, либо же можно взять в паре с соулмейтом. Будет платить только тот, кто активирует. Также там шанс активации 25% для улучшения активации, как бы для улучшения шанса получения наследника. В пассаже, в торговом квартале, в сокровищах есть вот такой вот подарок наследника. Купив этот подарок, вы со 100% шансом получите наследника. Ну, в принципе, всем советую использовать. Так, дальше, что по наследникам, дальше будем смотреть именно уже конкретно по наследникам, снимать видео, так как уже добавили кучу всяких приколов для наследников. Вот, и скиллы, и навыки, и пассивные, и активные, и чипы переноса статов. То есть, в принципе, это все будем рассматривать отдельно по наследнику. Сейчас по обнове. Дом. Значит, добавили дом, комнаты для друзей. Вы можете сделать комнату. Делать закрытую комнату под пароль. Для этого нужно создать комнату. Я сейчас покажу, какие двери поставить. Закрыть комнату под пароль чисто, и вы можете ее сделать, отдать другу, скажем так. Это будет его личная комната, в которую он сможет попасть. Вот отделка одну из этих новых дверей. Вот эти, или эти, или эти. То есть одну из трех дверей вы устанавливаете на комнату, и, соответственно, будет комната под паролем. Дальше вы пароль этот устанавливаете, человеку присваиваете комнату, и тот человек, которому присвоена комната, придет пароль ему, и он сможет заходить к вам в комнату. Так, далее добавили еще вечеринки в дом. Вы сможете проводить вечеринки, за вечеринки получать дополнительные награды. Тоже рассматривать особо не будем. Чисто, а вот друг. Вот притяжение, и вот здесь вы можете зайти в комнату, либо же покинуть ее. Так, дальше добавили кучу новых моторов. Тоже останавливаться не будем, это все донатные моторы. Так, прощелкаю, грубо говоря. Но их реально очень много добавили. Также есть один с дракоником. Вот этот вот с дракоником. Машинка такая, машинка баги прикольная. Вот какой-то космолет. Так, что еще добавили? Добавили в обменник. Добавили за очки капитана новые аватарки тоже. Рамку, аватарку, титул, еще одну, еще один аватар. За счет добавили пассивный язык дракона защита. Смотрите, это руна дракона. Это не кольцо, как многие подумали, это именно руна, которая активируется и остается у вас активированной. Значит, получает снижение урона на 3%, и получается за особое достижение в рейтинге бомб или арены 1 на 1. Так, что еще есть? Так, поставщик. Молния, да, в медалях молнии тоже добавили. Вот два набора на очарование. Также добавили вот эти вот титулы, но они какие-то овер дофига дорого стоят, поэтому не знаю, смысл есть или нет. Ну вот эти вот на очарование, два типа адекватных можно взять. Добавили еще славу. Здесь такие баджики за достижение в молнии. В принципе, у меня одна есть, штурмовик за 20 первых мест на молнии. Вот, и тоже это как бы достижение, и у вас они будут отображаться в инфо. Так, что еще? Что еще? Питомца показали, новых двух питомцев. Значит, вот питомец на 115 уровне, и вот питомец на 100 уровне, но он покупается только через донат.
Он здесь будет походу в акциях, я не нашел где именно. Но вот будет в скидках, в акциях, донатных, и будет покупаться здесь за донат. А это вот 4 уровня светлый, он за 115 уровень. Так, подняли уровень, значит, вот в питомцах подняли уровень звезды вот этой, максимальный 250 каждая ветка. И также подняли союзника, максимальный 150, был 105. Так. Дальше в ядрах добавили ядра души, вот такой святости. Значит, чтобы их активировать, нужно, чтобы все ядра предыдущие, вот эти вот, они были 11. То есть здесь все ядра должны быть минимум 11 уровня. Вот тогда открывается вот это ядра дух, и они дают сразу все статы, они дают все атрибуты одновременно. На какие-то внешки они не влияют, но дают свои бонусы, если при прокачке также всех на 10, 11 и тому подобное. Далее еще два плана. У-план и Т-план. Не знаю, на каком уровне они появляются. У меня соты, поэтому я полагаю, что они вот этот У-план на сотом, а Т-план это 60-й, мне кажется, потому что это с наследником. Значит, Т-план здесь все максимально на наследника, а У-план это на вот эти новые ядра. Где брать новые ядра? То есть вы берете просто обычные ядра старые и их меняете на вот белые ядра. Это в College Castle. Здесь вот преобразование ядер. Вот преобразование ядра. Также они выпадают во всех действиях, ну, как в ежедневках. Будут падать, как и обычные ядра, просто это будет еще один вид ядер. Вот здесь вот преобразование ядра. К примеру, вот четвертое, и добавилось преобразование на вот эти белые ядра. Так, что еще? Добавили синтез стабильных кристаллов, синтез огней. То есть вы можете сразу же поменять здесь, не отходя от кассы. В принципе, вот. Раньше такого не было, раньше это потом уже автоматически менялось. Сейчас вы можете заранее поменять, если вам нужно. Так, и ну в принципе, по-моему, все рассказал. Есть еще там изменения за монетки автомата. Ну, в принципе, там можно посмотреть, но не вижу смысла за монетки крана. Ничего такого особого, такого более другого не добавили. Все, вот кроме вот этих наследников и наследники, планы и ядра, в принципе, основное обновление. Вот, если что-то забыл, пишите в комментарии. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.